Кися хочет холипалом. Да я не хочу, ну как, я хотя бы бабл нажму, хотя бы я выживу. Да ну, и так убивается. Вовцелка. Ну, в целка, ну, смотри, Алис, я буду добирать, блядь, с еще человека 4 будет орать целка 25 км, и мы будем собирать где-то 2,5 часа. 2,5 часа мы проебем да, время. Все, давайте больше траить, короче. Трай за траем, ебашим, давайте, работаем. Подождите, пока рыба, бафы, мы кому сейчас закрываем? Шаман. Пусть и магнит, и эксессу. Шаман нам нужен. Да. Шаман нужен, шаман хилит хорошо. Я не спорю, шаман нужен, потому что шам, блядь... Ну вот меня... еще и друид, если что, в эрдру может играть. Я еще предлагаю. У нас эрдру, шаман, типа, блядь. И... Ну если хочешь, можем так-то, смотри, нахуй тебе 4-4, да? Мы можем, блядь, ДПС у нас нормально, соответственно. От кота мы что имеем? Вы имеете только кровотечение, я правильно понимаю? Да, у нас мастер есть, нам похуй на кота. Я не Армс. Он фурик. А, ты уже фурик? Да, я думаю. Соответственно, мы можем спекнуть попробовать в овердру. И пойти в три хила. Но это ну, даст я больше выживания. Скажу, я тебе что скажу, есть одна проблема. Т4, походу, ДКшная и ШВ не стакают. Да с чего ты взял? Я взял с того, что там дамаг прилетел еще хуже. Такой же, блядь, как и на прошлом трае. Ты вихрь по пол ХП. Кому по пол ХП, меня ваншот. Давай посмотрим детали смерти. Ну давай без 4-4, давай в 3 хила нахуй пойдем. Там меньше дамаг прилетел. Ну еще кажется то, что Т4, блядь, не работает, потому что я ни разу не видела этого бафа, когда я его прижимаю на ком. Был на нас, на мне. Не, был. Я видел тоже. Как бьем? Вы давайте, блядь, не про бафа, а давайте. Все то же самое. То есть бьем в 3 хила. Только Дзурада в хила. Будем в 3 хила пробовать, в чем проблема? Ну да, но только пусть он рейд захотает, чтоб, ну, прям... Да, перед третьей фазой, ты, соответственно, мы убегаем, ты убегаешь, хотаешь, есть рейд. Перед тем, как вихри врезались в нас, прям как они уже почти дошли до нас за секунду, кидаешь буйный рост, ну, дубовую кожу на себе. А только танк может водить? А хан что, не может водить? Может хан водить, может водить миш, кто, блядь, друид в форме. Кто бегать может быстро, тот может водить. Либо кто знает как. Давайте я попробую на себя. Просто чё это потеря готов? ДПС, нет, стой. Ты стой. Потеря ДПС вообще глобальная. Джурада, готов? Подожди, мне одеть Т4 обратно или как? Ой. Нет, не надо, без Т4 идешь. Просто дамажишь. Фурики, ага. А шам, по-моему, водил, да? Было дело? Да, там шам водил. Обычно шаманы водятся. Шаман может эрдруид водить, то есть, ну, я не знаю. Ну, а чё им, блядь, поменяли этот облик и всё, погнал. Смотрите, рыбу понизу. Кушаем рыбу? Давай пробовать в три хила. В чём проблема? Его надо убивать всё равно как-то. Пробуем разные стратегии, блядь. Какой пойдёт, такой пойдёт. Пусть и готов. Лужский куш. Не знаю, ещё либо. Джурадо, у тебя закончился сопрот? Есть сопрот или нет? Кончился. Обменки дай. Следи за бафом, потому что на пятой фазе можешь просто сдохнуть. Из-за того, что сопрота нет. Все готовы, соответственно, отчет на пол. Наконец-то маленького фитюка с первого раза. К 73, блять, у нас вообще в аккурат нахуй хватает, ёпту, ёп, пиздить.
Даже не впритык, блядь, 75. Короче, мне сразу вон холли стойк открывать на свет фатчик. Да, фатчик. На ветерках, да, холли стойк. Не забудь перед переводом на четвертую отбегать. Ну, соответственно, сменить стойку. Я, кстати, немножко пьяная, так что слышите, мне напомнит. Я думаю, что мы вайпаемся? Мне секс на пляже купили, пацаны. Взять мой пьяный. Ага. Ну бля, когда не жужжусь день, то можно я чая пить. Пятьдесят 51 уже. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Эрдру в трусы, бегом. Савинар только продиспельте. Довели? Значит, сдохнем. Савинар продиспельте. Всех. А-а-а. Да хули, бля, ебаный рот. Там прям бомжу. Там оказался? Как друид-то сдох? Ваншот, его не продиспелили. Сейчас я покажу. Ну вихрь хули. Вот, ну стой там. Побегай там на ветерки нахуй. О, отлично. Масс-рез давай. У меня КД, у меня нет. Так смотри, у нее какой-то скилл. Вихри по ней вообще бьют нахуй, по 7 тысяч нахуй. То ли когда мы дев вдвоем давали по 3 косаря били вихри. Так что дев и работает. Ебать. Ёбаный. Еще вот тут трай так ударил. Сколько он за... Друид первый сдох. Там, кстати, вот до этого трая были, какая-то хуйня кидалась, короче, в хилботе. Какие-то типа риталы у Вара, по-моему, так выглядят, картинка, иконка. Это, я так понимаю, дев, да? Вот тогда меньше летело. Я не знаю, что изменилось в прошлом трае. На это Т4 были. А, невозможно. Ну, если, блядь, 4 Т4 плюс 3 хила, нас по ДПС мы, блядь, не вытянем. Ну, опять-таки говорю, мы можем меня отправить на холли паладина, спекнуть кота обратно в кота. Прожму бабл. Давай сделаем так, попробуем. Ну, давай так попробуем, проблемы нет, нахуй.
Заходи на холли паладин. Мульт тут не забудь просто продиспелить. Радов, когда один. Антикон. Ебемся тут, ебаный рот. Ну почему такой сложный на фугос? Сложная механика, третья фаза, блядь. Вот и все. Не знаю, блядь. Кто-нибудь вообще на этом сервере знает нормальную тактику, блядь? Ну, 100%. Я не знаю, короче. Мы в Санвалах. Я когда в Санвалах был... Я во всех фазах танчила тупо на центре, а Вихри водил шаман. Ну, тут, блядь, была охуенная. Ну да, шаман только отбегали... Все. Разберетесь. Говорят, все, блядь, все всех прибивают, нахуй, а сходимся к одному, блядь. Шаман водил, ветерки. Да у всех шаман, у нас тоже тогда, как мы с Юлей убивали, шаман водил, я не знаю. Шаман водил в кошке, в призрачном? Ну да, он в облике тупо бегал вокруг. А если... Надо бил делать подростку. Если, например, вместо меня взять шамана, пусть шаман водит. Есть у нас такие? Так у нас есть шаман. Эршам это имеет в виду. Надо Эршам обязательно, да? Или кого надо? У нас Эршам есть. Короче, я скидываю силки на пали или нет? Скидываю. Да. Да, ведет кот лучше всех, потому что у него есть облик. А кто-нибудь может мне выбежать там по засумонить чего, не? Не слышал. Не, походу, шапку. Кто там быстрее может? Ну давай, Джерада, бери. Ты котом быстрее движешь. А я пока отойду на пару секунд, минут. Вы когда убивали, когда шаман был на середине, стоял? Ветерки, вы куда вставали? Всем рейдом. Ты нас с Горычем спрашиваешь, что мы вообще да. Не так стояли. Нас, а ты стояли на лестнице. Mm-hmm. Хил в углу сам по себе стоял. Угу. Я каждый даже, кто да. Где, блядь, я хуй знает. Ну, не короче... знаю, есть еще, ну, как бы, стоят, делают танчики медведя в противоположной стороне, только в другом углу, получается. Мы там стояли тоже, кстати. Ну, там мы, когда Зайлом убивали, мы тоже там стояли. Будет потом целка или перенос будет целка? Не знаю. Я еще сам не знаю, блядь. Я... Хуй его знает, Зоэл. Ну, блядь, смотри, ну, суть в том, что, блядь, или надо добирать народ в гильдию с убийством, с убитым Зулджином, блядь. Ну, я понимаю. Я не знаю. Я, блядь, не понимаю. Я его закрывал, блядь, с гильдии 2 раза, нахуй. За всю свою, блядь, здесь рельсто, нахуй, я закрывал его 3 раза. Это максимум, блядь. 3 раза, нахуй. Может, конечно, что-то во мне не так, но, блядь. Симон пришел? Была неплохая раньше тема, вот это, варки, да, вот эти вот мечи, короче, он на мече тягрится, он типа вихрь клинков, или как он там, не знаю, называется. Да, это, блядь, да, блядь. Ну. Ну, фиг его получил, ну, не, да, правда, не убивали. Это тактика от Артемии, да, от Артемии это хуйня, чекали. Тон не переставь, если надо. Не, просто я спрашиваю тем, чтобы не понимать сейчас. Или я куда-то соберу себе, или ждать Агер. Это вот что мне. Сейчас, подожди, у нас еще, наверное, 3 трая будет, а потом посмотрим, блядь. Дольше всего мы жили, когда просто бегали вокруг и били его в середине. Да, как били, соответственно, у нас умирал хил. Понимаешь? Вы хоть до 4-й фазы доходили? Нет. У нас умирал хил. Из-за этого, даже если бы мы перевели на 4-ю фазу, мы просто сдохли на этой 4-й фазе. Ты же помнишь, что ты бейлил по ДЦ приставку? Помнишь? Я просто, ну я реально хуй его знает. Можете, да, можете посмотреть у Вайда, как вы убивали, блядь. 2 раза. У Майра есть и у Вайда, нахуй. Это 2 убийства у меня с гильдии было, нахуй. А, не, пизжу.
Даже больше я убил. 3-4. 3 или 4 раза. С гильдии я убивал. Там, блядь, понимаешь, вот... Сука, ну как это объяснить-то, нахуй? Люди, вот ханты не хилятся. Хилы себя хуй чё захилят, нахуй. Нужно на них навешать хоты, чтобы хотя бы какой-то шанс у них был не сдохнуть прям сразу, блядь. Хоты — это друид, блядь. А он нихуя, он сдох, нахуй. Я также сдыхала. У нас, блядь, как-то было... До того, как вихри прилетели, он сдох. Надо было захотать рейд, чтобы хотя бы, блядь, при... с первой стычки с вихрями они, блядь, под... ну, хп поднимали. Понимаешь, что, что вот он захотал рейд, он от этого и сдох. Он не от этого сдох, его да, уровень, блядь, не приспели, он сел на месте. Да не от этого он сдох, его вихри захуярили. Как? Я почему от чего умираю? Вот я кидаю щит, вот мульти стоял рядом со мной, когда мы не в куче стояли вдвоем. Вот я кидаю ему щит, себе щит, у меня минус 70% хп. То есть мне сначала 7, потом еще 8500. Ну смотри, сейчас ты будешь выживать. Сейчас, ну, а как шаман, сейчас будет выживать? Шаман, ну типа, тактика, я так понимаю, тут любая тактика — это рандом. Вот сейчас, смотри, летят вихри. Если 3-4 вихря в нас бьются, и я при этом не жму тучу, то есть я прослакал, я умираю 100%. И ни ШВ, ни ПАЛ, никто мне не поможет. То же самое сейчас будет с шаманом просто. И ударится 2, мы выживем. Ударится 4, мы умрем. Все, я так понимаю, ну то есть вот так вот это работает. А стоять не в одной точке, то есть мы переживем вот этот первый удар вихрей, но опять же, а дальше пиздец начнется. То есть, ну я могу стоять вообще, допустим, не кастить, чтобы на меня вообще не тратили манну. Хилы и лишний раз не лутали урон. Ну мы можем стать в две точки, то есть, блядь, один в ромбик, другой вот сюда нахуй станет. Половина сюда, половина туда, блядь. Как она вихрей будет ловить? Крест-накрест? Смотрите, как мы убивали. Мы стояли в центре, да, допустим, когда уже было 61%, РДДшники сюда вставали, а уже милики все стояли в куте, в угле, нахуй, вот тут. Сразу появляются вихри, нахуй, все РДДшники и хилы прибегают обратно, и все. Проблем тут не было никаких. Давайте в две точки станем, хуля. У нас друид бегал вообще чуть не по лестнице, такой круг делал, я не знаю какой, блядь, так что даже миликов не затянул. Ну, правда, один раз вихри ушли в милизону, но потом они как-то нормально все стало с ними. Блядь, если бы они на меня сагрились, я бы вам поводил. У нас вот мы когда убивали, у нас вообще по хантам, у нас было 2 ханта также, у нас по ним урон не проходил вообще, я не знаю почему. У нас урон проходил по ШП, если не ошибаюсь, и по Локу, по двоим. Да, он не дамажил, правильно, проходил. Вот, и мне сказали, Юрий, кидаешь частицу на себя и по двум кастерам просто хилишь туда-сюда, туда-сюда. То есть я хилюсь априори, потому что на мне частица, а их я успевала захилить. Ну что, у меня там каст 1 и 3. По остальным вообще урона не было. А сейчас мы все получаем урон. Мне кажется, все равно надо точки, блядь, разбегаться. Это бред. В одной точке 3 вихря идет на троих, блядь, из рейда, и мы все 3 ловим, блядь, и потом просто там хаос начинается, и сразу ваншоты летят. А хил где у нас? У нас второй хил, наверное, водил. А кто у нас второй? Нет, у нас ДЦ хилил второй. У нас шаман был. Холипал и ДЦ, вы говорили, у вас да, был. У нас был шаман, водил вихри. Пизду, он давайте был... бить, да, нахуй. Единственная тактика, когда мы убивали, это когда от точки, нахуй, отталкиваются 4 вихри. Вот там, все, блядь. Давайте так и делаем. Все, го. Ну, еще у нас по тактике как было, нахуй? Один чувак выходил, блядь, под дефами, нахуй, отбивал вихри. Чуть-чуть. А вы под реталами. Давай, Войт, ты ШВ жмешь, выходишь. Выходите с мастером только аккуратненько. Мастер, ты в этот стойку и жмешь вихрь клинков. Да, в обычно. Нет, 2. Чек на готовность. А, так, стопэ. Ты есть кулачки МП5 как раз. Уже? Все, соответственно, твоя сосредоточение, моя протовская, потом этот, ханты не забываем, пусть заюзаешь аспект. Пусть Винар готовы, нет? Не сейчас. Блядь, я тут расколов не вижу в рекаунте, ёпта, я думаю, они... Алис, все, все готовы, отчет на пол. Я сказала, стартуем!
Отбегать не забываем, ребят. Брит, если уже получил от вихря дамаг, значит стой. Чем я вот, который трай хочу сказать, даже если вы получаете от вихря, все прохиливает. Не факт, может вихрь ебануть, а потом этот дротик и это шот. Да. Готовься. Чума, я один масс диспел, потом ты, да? Да, как обычно, да, давай. Давай. Давай масс диспел. Даю. Расслакал. Подожмите. Да, особо так. Диспел. Диспел. Войти с 34 на танк. Да, походу. Ну ничего, ДПС хватает, значит, у меня 34 за это заебись. Диспел. Что-то мана быстрее стала уходить, блядь, пиздец как. Войд тут, надеюсь? Ага. 63. 62. На 61 милишники бегут, а ДДшники можете отбежать. Побежали милишники. Побежали. Доводите быстрее. Давай. Отлично. Спект, отлично. Блять, вихрь. Сука, в нас. Да какого хуя застрял. Он не ушел-то, блять? Ушел. Один упал только. Рисать. Погоди. Он стал сам. Сейчас она будет водить. Алиса, куда ты забежала? Меня толкнули, блять, они. Встали, побежали нахуй, хули, блядь. Масс-рез есть вроде, да? Масс-рез есть. Я не ебу нахуй, что это за магия нахуй, но надо убивать. Магия была в том, что надо было сделать шаг вперед, а он нас застрял. Он кидался вот тех, кто в середине, тех, кто внутри стояли, и тех, кто сбоку. И, кстати, если ты поломан, выходишь с инста, там... Нет, джипс есть. Сейчас ебучая третья фаза какая-то нахуй, хуе. Сейчас дох только шаман. Я практически успела всех прохилить. И потом... Не, так а чё вары вперед не вышли, блядь? Я пока вперед не вышел, не толкнул его, блядь, этого вихря. Я нахуй, он бы так и висел. Не. Может быть, кстати, слышишь? Бабл-то баблом. Ты можешь прожать бабл после того, как этот... Хоть раз вихрь ударит, потому что, скорее всего, возможно, под баблом ты зажала вихрь у нас. Хотя хуй знает. Не, жми бабл лучше. Пиздо. А Джилс не стоит разве? Так, а... Кот не может попробовать? Да, поставил.
А как они вообще собираются? Объясни. Просто бегаешь. Если ты не ловишь... Давайте я побегаю, блядь. Если не ловит ни один раз, ты вихрь не ловишь, то есть кто-то поймал вихрь, да, от него отскакивают, они на него сразу же не летят. То есть они летят на того, на кого вихрь вообще не дотронулся. Блядь, давайте я попробую, заебали. Да хуй с ним с этим ДПСом, блядь, надамажите, ебать. Я и так буду дамажить. На ходу, на. Алисе про стойку напоминай, про зеленую. Она приключила было, но в чем прикол? Она как-то побежала вот тут вот, в рейд прям, блядь, ее откинула. Вот все вихри в нас пошли. Вот здесь ее откинул. Давайте я повыжу, Алена. Давай, давай. Ну, просто такая хуйня, потому что холи стойка, да то всё, я убью. Да всё, завязывайте базарить, давайте вперёд пулить, людей, нахуй, ёбаный рот. Блядь, слишком... Пулим, пулим, сейчас 10 трайф и убьём, нахуй. А чё от нога... Я вожу. Закроем, да? Сейчас первый ветер гурис. Умер, все, поводил, блядь. Да, блядь, не пизди, я на изи сейчас, нахуй. Да давай, я смотрю, говорит. Не, это будет... Бать, я понял, как они агрятся, просто, блядь, убегать от них. Все, блядь, изи, нахуй, хули тут понимать, блядь. Так что, я вожу или он? Он. Ну, а ты все равно стоишь там. Стою там и не двигаюсь? Да, желательно не двигаться. Пока он не соберется вихрь. Нет. Не, мне еще ты будут. Не забудь, блядь, главное сейф прожать. Да кто? Алиса. Я хотел сказать, у меня нету сейва. Главное, смотри на головокружение, не попадись, блядь. Да не попасться. А то, ты под аспектом будешь бегать? Ну, конечно. Ну, а главное, магических костов никаких не давай. Это делай одиночный аспект. Да. Бля, не, сделаю массовый, я ж, блядь, дебил, нахуй. Первый раз играю, блядь. Ну, может быть, я вот... Будете со мной медленно ходить, блядь, хули. Ведь как у тебя аспект называется? Ну-ка скажи. Всех духтая, у тебя? У меня быстрая беготня, на меня повесилась. Блядь, удали, как ханты живут, нахуй. Даже не почувствовал. Прошлый трай, блядь. 19 раз бурста, на этот раз 15. Так, а где мне стоять, расскажите, как ловите? Ты уже можешь бежать, Гуручи. Уже? Да. Можешь по траектории бежать и, блядь, бить, ёпта. Мне, короче, просто урон не получать, да? Ну окей. Урон не получать от вихрей. Можешь просто бегать по траектории и уклоняться от вихрей, не забывай. Если раз этот тебя луснет, значит, нахуй, 500 гп. Копилочку тебя ебать. Я тебе косой нахуй косанул нахуй. Косарь кашу, блять. Я, бля, вам навожу, покажу, бля. Пусть и по мане просил. Я уже тоже. Почему так начали по мане садиться, блять? Я вот тоже в душе не ебу. Да все пропало, блять, мы по мане сели, что за хуйня? Он же ничего не дает. Или дает ее? Готовься, от трусов побежал по траектории. Траекторию помнишь? Диспел. Диспелю. 61, побежали. Доводить. Надо починить. Ну ты где, Алиса? О, я к Алисе пойду. Можно? Да, не надо, не, блядь. Луснуло, да? Ну похуй. О, они ушли. Подождите, пока не двигайтесь. Ушли. На Алису пошли. Значит, бегайте вдвоем, нахуй. В рейд идут, в рейд идет. Мои нет. Все, отлетели. Я отбил один. Еще один. Да.
Подождите, я их соберу нормально. Все, хорош. Все. Горский, только не получи дымак, только не получи дымак. Блять, а как они меня догнали? Ну ёб твою мать, ну блядь. Блядь, пиздец. Я еще одна попытка. Выйдем нахуй. Выйдем, Горский сдох, ёпта. Я колись и боль. А как они меня догнали вообще, объясните? Ну а блять, ты споткнулся, Гурч. А если я отрыв нажму? Копытами споткнулся. Слышите, если я отрыв нажму, меня током ударит. Они вот за мной бегают. Это что за тобой? Не, я сейчас соберу. Я понял. Погоди, мой этот, как он, может друид побегать? Да бля, не гони. Да не, я друид быстро бегаю. Друид, не в коте бегай, бегай в этой. Гепарда, блядь. Учи столько гепарда. О, видишь, может, в коте хуярит. Видишь, вот такой должен водить. Все, блядь, пускай кот водит, не ебите мозги, блядь. По-моему, это олень, а не гепард. Олень это. Кто там не сдох, идите сюда, в этот. Сдохни, Джурада. Джурада, иди к нам. Беги к нам быстрее. Беги. То, блядь, не заставишь бежать, то не заставишь остановиться. Блядь, если... Ребята, блядь, я что хочу сказать. Вот почему, ну, если он водит один, нахуй, почему там Алиса стоит? Нахуя? Алиса стоит, потому что, чтобы этот, как его, не переслонять и этот. Ну, смысл. Но что босса, что, она пойдет с нами? Я не знаю, но она мешать будет ханту бегать или кому там другим. Давайте сделаем по-другому. Она просто не успеет до вас добежать и все. Сделаем по-другому. Давайте делаем по той тактике в центре, блядь, бьем нахуй. И да, короче. Бля, вы заебали тактику 10 раз менять. Я видел один раз, да. Когда мы его убивали нахуй. 4 вихря летели на одного человека. Все, хули вы ебете мозг. 4, это, блядь, просто есть. Рандом, ебаный, брат. Мы сколько раз туда троили? 3, так надо 4? Меньше пиздеть, нахуй, чекать и пулять, нахуй. Давайте в натуре пулять, я сейчас их словлю, не бейте головы. Друид, не бегай, пусть он Гурский хуярит. Просто в лосе, блядь, бегать нахуй намного изи, блядь. Его никто не ударит, блядь, в лосе. Гурский ударил, потому что он в угол зажал. А чё он, блядь, настолько быстро быстрее бегает? Сколько? 40. Что, он охуел, что ли, блядь? Ну у меня 30 разницы-то, ебать. 10%. Да, хуйня, ёптана. Твися. А, пьет, мам, понял. Я сейчас ловлю, не ебите ловлю. Ну давай, если не ловишь, значит лови друид. Вот сейчас говорит, да, ловлю, мы до угла добежать не успели, Гуруч уже мертвый, блядь. Не пизди, нахуй. А Твися вылетел? Чек на готовность. Так я где медведь и танчу? Там же. Или тут? Ты стоишь на месте... Пока этот вихри не ударятся, ёпта. Соответственно, даже если этот... Пока не собрал Гурыч все 4 вихря, ты стоишь на месте. Даже к нам не продвигаешься. А если вихри на меня идут, что делать? Стоишь на месте. Стоишь, они тебя все равно ничего не сделают. Они тебя луснут нахуй и побегут на Гурыча. Пусть Винти. А если они в рейд побегут, блин? Соответственно, так же стоим. Чё там? Все-то не побегут. Мастер, Джурада, Твинси. Я мастер. По очереди буду отбивать каждый вихрь, я который предлагаю будет. Алисе, если будет Гурский, встать в рейд, в ромбик. Да как она встанет? Ну смотри, она дотанчивает с креста. Да пусть креста она там идут... стоит. Стои, Воль, погоди. Я, я объясню, выйду. От креста идут вихри. Соответственно, пока они идут вот сюда, она бежит с вихрями, да? Они об нас лускаются. И если этот, идут несколько на Гурыча, идут несколько на Алису. Алису откидывают, опять вихри идут к нам. С учетом того, что... Все. Она берет стойку зеленую, бежит в ромбик нахуй. В рейд летят вихри. Когда она переводит на Гурыча, все вихри появляются возле босса. Ее один раз откинет, она когда начнет бежать нахуй, от нее будут биться следующие ветерки, блядь. Ее опять будет откидывать нахуй, смысл ей бежать, блядь. А чё сразу в кресте не остаться, блядь, я не понимаю. Можно. Можно так. А сделать. Чё, блядь, ну останьтесь в кресте, нет, я отойду, есть, я и тупо все на меня. Есть такая тактика. Хорош. Да. Смотри. А чё? Смотри, есть такая тактика, то есть Алиса танчит в кресте, то есть, да? Ну и вы станете все в крест. Агодите, стопните, пожалуйста, фут. Она, не доводя до креста,
То есть где-то примерно вот настолько, чтобы оставить вот здесь, да, промежуток, соответственно. Вы можете бить просто пока на рендже, да, два ханта. Соответственно, остальной рейд заходит вот сюда в угол, поджимается за Алису. Далее доводим до 61%, пусть отбегает к нам. Остальные доводят, да, ты отбегаешь на расстояние. Ну да, так да. Давайте так и делать, хули вы мозг. Ну, ты самая простая тактика, по-моему. Алиса, ты должна прожаться и стоять вот тут вот примерно как. В вихре появятся, они от тебя отскакивают и должны в гуручи идти. Ты их должна будешь ловить. Не от нее, а от всех нас. Потому от что всех, она... надо всем вместе, мне тоже да. кажется. Да, да, да. Смотри, в чем прикол. Если она встанет чуть-чуть дальше, то есть как вы ловите, вы выходите. Понял? У нее хп 77к. Ее сразу нахуй не шотнет, ее может только откинуть. К нам, соответственно, если луснет еще раз, то первый удар она сдержит. Чуть-чуть вперед выйдешь, чем мы, и все. Давайте так. Короче, да. Давайте ебашить. По кресте ожидаемся? Да. Да, да, в кресте. Я уйду, и все нормально. Бушка, постоянно. Все готовы, а что на пол? Да изи сейчас, нахуй. Смотри, бля, первый трай и убийство. Вот, блядь, все отбегает, все не отбегает. Все равно урон получил. Главное создать видимость. Сдохни, пидор вонючий. Только не, Алиса, не поджимай его, пожалуйста, в самый угол. Хорош. Еще чуть-чуть, Кристо, подойди, еще чуть-чуть. Хорош. Короче, потом я стою, где стою, все остальные в стену, да? Да, да. Пусть аспект урбай. Ты куда? Не уходи никуда, пуся, блядь. Все, куда все вы крест, ушли? Все в крест. Крест. Не ты туда крест. Пошел. Шаман, крест. Может, не пойдут на него. Пошел все-таки один. Ничего, оттолкнется. К нам пошел. К шаману. Да я рот ебал, нахуй. Где ждем, 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 луснет.
Блять, шаман. Нормально, блять. Опа-па-па-па-па. Сейчас Гурского кинет. Не кинет. Аккуратно, только побольше води радиус. Даже можешь не бить. Погоди секунду, только аккуратненько. Ага, все, отлично. Милишники, подбегаем. Подбегаем быстрее, пока есть время. И бьем. Короче, как было. Охуенно спринт сдаю, не мешай, я сосредоточен, чтоб за угол не зацепиться, блядь. Так, кто там еще у нас? Угу, ты че? Ты далеко. Кстати, под босса, что ли, легче поймать? Так, а ты вставай под босса, пока еби ее, че ты там стоишь-то? Только осторожно, блядь. Не врежься. Хули ты боишься, он отбежит, так беги, блядь. Вот сейчас беги. Я ушифую. Забери на себя. Чё там, блядь? Ты нервный, заебался, да? Хуярит, блядь, стрим. Давай, еще 10% надо. Спину бейте. Ты инер. Инер, дай по паладину. По твинте. Дурада. Твинте где у нас? Она в углу. А, вот вижу. Блин, достаю. Похуй, проведет сейчас, давай. Вот сейчас. Давай быстро обратно. Быстро обратно. Все, вернулся. Давайте быстрее. 27 секунд. Пока мы опережаем. 4 раза корова прокнул. Это как, блядь? Не знаю, у меня я в корове так хуярю, блядь, спринт, нахуй, спортивная, блядь, корова. Но мы слышим, как эти, блядь, цокают. Копыта. Два процента, Гурс. Да мне похуй, блядь. Пока не успеваем. Пока не успеваем. 1%, готовься ловить. Забирай босса. Все под жопу босса. Ханты этот чуть-чуть ренджу. Ай-яй-яй. Забери. А, он прыгает. Таунт. Правильно. Таунт нажми. Угу. Отлично. И поверни. Все по КД под... ставил. Это у меня я двигаться не могу. Двигаться не можешь, потому что под станом было. Да. Под жопу. Ставьте ловушки, змей, ханты. Я ставлю по КД. Быстрее, фул дамаг. Он выпит так усердно. Быстрее. Больше дамага делаем. Хватит обновляй. Крик. Бля, еще 7 секунд. 6%. Сапроты пейте. Сапроты пьем, кто не выпил, сапроты пьем. Ну, еще нет. Разбегаемся. Маны нет. Ты на мульт задаешь на переход. 37 секунд там. Даю. Поднимай мид. БР есть? БР есть, БР. БР поднимаю. Пробафали. Смотрим каждый за собой. Рост может? Геро. А вот это крутилка, она опасна? Нет. Опасный столб. Самое опасное это столб. На мульте, мульте отошел. Блин, у меня этот ДБМ не показывает. Ничего, главное в этот, слушай. На Джурайде, отошли, милишники. Отводи. Отвел, сейчас.
Не надо, не отводи, перед лицом босса не бей. Тебе надо отойти. На Горском. Ой, бля. На Эксос. На Эксос. Блин, на КД как? У него что, я без маны? Гим даем на ХП. Бабл есть, медведь? Нет, это маны. Окей, дайте на плюсе. У меня мана есть, кому мана дать? Юля. На Твинси, быстрее. Кину. На Джураде. Я в стороне нахожусь. Бабл, отлично. Есть? Добивайте, добивайте. Да, да, быстрее добивайте босса. Умер. На Джураде. Джураде. Блять. Ай. 2%. Давайте втроем. Сколько там? Да не добьют они. 600к. Нет. Ну стоп и хил. Ну короче, изи тактика уже есть, нахуй. Все то же самое, но я хочу что сказать. Вот это залупа, понимаешь? Когда шаман где-то вала ебет, встаньте все нахуй, как мы стояли, чтобы от нас отлетало нахуй. Отлетит на ханта, и не надо ждать, пока он, сука, 10 кругов наебнет нахуй. Бегите нахуй, милики, как он отбежал, да, и побежал на следующий круг. Бегите и хуярьте босса нахуй. Вы потеряли кучу ДПС. Все, давайте еще раз. Мы потеряли кучу ДПС, чтобы у нас до берсы, блядь, оставалось полминуты, нахуй, еще сотка хп. Мы не ДПС много потеряли, а потеряли много времени до берсы, соответственно. Сейчас я еще научусь на ходу бить, не парьтесь. Ну, все хорошо, только надо будет потом еще учить друида. Вот, мне кажется, тебе надо одеть нормальный шмот уже. Да, одевай нормально. А чё это у вас? Мало дамажить стало или чё? Да. Там вообще у нас не заходили ветерки, только один ветерок. Первый откинул и всё. Так сейчас 3-4 как зайдет, и вы охуеете. Нет, она столица же ловит. Не забывай. ДПСа хватает, я не знаю, чё вы ебете мозг. Ну и надо было этот. Как его? Не сжаться с прожимками, блядь. Сколько у тебя прожимка КД, Войд? 5? 4 минуты 45 секунд. И давайте убиваем. После ветерков она откатывается к Дракондору, вот к этому, как раз 2-3 лямам она откатывается. То есть я могу дать, но нужно знать, когда дать. Ну у тебя есть же Вуду, посмотри, если ХП проседает, соответственно, давай ее нахуй. Даже без команды. Ну, нужно, чтобы Алиса дала. Как мы, или по очереди будем давать? По очереди давай, сейв это будет. Ну ты скажешь ей, я после ее прожимки дам сразу. Хорошо. Ближе к концу уже. Ну надо выжить всем нахуй, надо как-то, блядь, вот эту птицу нахуй начать раньше ебашить нахуй, а не стоять нахуй в углу, блядь, дрочить хуй нахуй. Жан, блядь, заебал. Соответственно, ребят, давай, не забываем, давай, в крест блядь. Отходим. По команде на 61% отходите в крест. Ну, вы видели пятую фазу, соответственно, надо убить. Че, может мне попробовать бегать тогда? Да не надо уже дрочить хуй, блядь, пробую, блядь, нормальный человек бегает. Давай этот хант будет бегать нормально, потом, если что, в следующий раз будет учиться друид какой-нибудь, не без разницы. Как жаль, что у меня камера не разворачивается, то есть я не вижу, что происходит, а как урыч бегает. Я очень не хотела посмотреть, как он там корячит. Хуярю пиздец, нахуй, аж копыта дымят, блядь. Бафы проверили все свои, чек на готовность, давайте быстрее отлипаем. Баф. Юля, чтоб ты понимала, даже по сторонам не смотрю, только вперед, блядь, хуярю, нахуй, сосредоточь. Надо, забей Твинси в фокус, чтобы не выбирать ее, а моментально дал по ней этот инер. Все, чек на готовность. Секунду, я себе, подождите, вам крест вытащу, он мне понадобится. Так а чё ты, было бы с крестом? К Тёмычу кулак надо. Он сам тебе 10 минут может бафать тебе постоянно. Тебе дала на 10 крест. А, ну смотри. Отчёт на пол. Бучара!
А там-то там не стоит? Собирает. Блять, походу надо будет переносить нахуй целка. Пиздец. Но я завтра не смогу. У меня у матери юбилей, я вам сразу говорю. Тися, ты как на среду? Я до пятницы свободна. Отлично. А я на завтра этот... У меня как там называется? Стажировка. Я уже на той же работе собрался. Да, чейпер нахуй, открути звук. Тогда среду ставлю, а хули поделать, в среду пойдем в ФМ. Но у меня, короче, теперь я на РТ буду приходить на полчаса позже. На сколько, в 7? Ну, в 6 у меня работа заканчивается, как раз автобус, блядь, и где-то полчаса домой. Ого, ты нашел работу. Стажировка, так, ну, блядь. Так, лишний флот убрали. Блядь. На работе? Нет, нахуй. Эксцесса прохипте. Угу, по жопу босс. Не забываем. Что ну стало, что такое мило? Чуть-чуть. Алиса, чуть-чуть. Хорош. Трэш рисуется. Да, тогда сильно не спешите нахуй переводить. Да заклеивай. Да так-то хуй заклеиваем. Сейчас там трэш лестница и на Гурского появится нахуй. Сука. Гурский, если что, там трэш будет, напуливай. Я в печать повиновения и хуяря уешки. Да надо этот пока слить. Там второй еще сейчас будет. Да 3%, ну. Он появился на Алису. Да, гря, быстрее, с наполом на Алису. Отлично, встали в крест. Чё ж ты это ебись от меня? Еще одного загрите кто-то. Притворись мертвым. А он не на мне, он будет на мне. Сейчас будет. Блять, почему вы не успели крест-то прибежать? Все, на нем. Да. Я в кресту стою. Вот сейчас он пробегает. В центр с трэшем идем все. Не стойте, не дрочите хуй. Босса-то надо бить. Пант, отойди. Кливый мастер. Где телефон звонит? Да это у меня телефон звонит. Да я говорю, опять звонит. Да мать звонит. А что ты позвонишь-то громко связь? Да блять хуярит. Рит маны подкатила уже. Маны нет. А, нет, есть еще. Процентов. Закидывай. Закину, да? Закидывай твинти ману, быстрее. И обратно.
Блять, мало ДПС по боссу. Нормально. Я тоже чуть-чуть. 4.50 по времени, блядь. На вполне четвертой фазе еще курски появится. Я есть как бы и хуярю на, правда, через 10 секунд каждый. Ну похуй, хоть какой-то дамаг внеси. Вношу же. Бать, вообще-то друиды не дамажат, так что ты еще, блядь, я хуярю так просто, блядь. За, типа, за не за что. Ебать, Войт обновил раскол шоп, блядь. Случайно. Перепутал, блядь. Нормально успеваем. Успеваем. 2%. Мы поднажали, ёп. 1%, готовься, лови. Куча. Сразу на пул давайте на Алису, потому что я, блядь, в прошлый раз сагрил. Забирай. Быстрее забирай. Таунт нажми. Он на нем, он на нем. Он на боссе, на Алисе, блядь, не очкуйте нахуй. Да я не очкую, просто дамаг увеличивается по Гурскому от кровотечения, если что. Но это так, к слову. И плюс он не бьет. Забирай. Он цель выбирает. Тотем и шаман не забывай обновлять. Ты бомжей давала? Да. Угу. Змейки ты хан даешь? Да, он да. Дергается. Ага. Сопроты, надеюсь, у всех есть? Да. Ни у кого не кончились? Готовься, Адас. 1%. 1%. Забирай, 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 отлично. Ставь. Угу. Все, нормально. Геру дали. Геру дали. Пойдал. На Джураде. Отошли, милишники, быстрее. Скажешь, Алисе, я пусть ее прошинки дам. На мне, на мидвее. Отошли, 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 отошли. Быстро, 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 быстро. Прожми. Алиса, прожми. Отдай прожимку, Войт, на мульте. На Гурском. Ну, блядь. Даю мастер аур. На всякий случай. Убили? Не, еще. Да хули не очкуете, на. Ман без маны. Да похуй. У меня 2 минуты когда. Все, блядь, хэдсон, нахуй. Блядь, ну теперь мне надо приступить. Не знаю, как. Убьем. Мы еле уже поняли, как эту сраную фазу проходить. Да, я... ну а как мы без хабала будем убивать? Легко так же, блядь. Блядь, я думал, Зол упадет хотя бы раз, сука! Чё, пошли, чё там? Все, убили. Да. Новая тактика появилась, короче. Ну если народ... Да, я и по своей убиваю. 38 человек, ебать. Да есть народ, хули. Брат. Хули дрочить. Прям и добирай в этот рейд, и все. У нас в этом рейде уже 3 хила есть. Все, пошли, было рано.
А что за этот квестовый предмет там? Охуенно. По-моему, изейшая тактика, блядь. Мастер, собирай. Хули сидеть. У меня ассист.